Всем привет, ребят! Ну что, решил вам показать еще нового героя на битве гильдии, посмотреть, как он будет там. Я больше чем уверен, что у меня сейчас будут сливы, поэтому можете там побить, вот он сливается, но я сливаюсь, потому что я тестирую все время, поэтому у меня нету как бы заморочек. Это, кстати, плюшки за роллинг за ЗПшки. Нету как бы заморочек над сливами, потому что у меня это все тест героев. И сегодня мы пойдем тестить нового героя, одного из двух новых героев. Последнего пока, к сожалению, у нас еще нет. Так, вот такой вот у нас будет интересный состав. Анубиса сейчас мы возьмем для того, чтобы он почистил нам юнитов. Такс, темочку поставим ему. Вот так вот. Ворожая тоже обязательно беру для отхила, потому что с новым героем будет интересно посмотреть все же, как оно будет все вместе работать. Так, Фрейка, ну Фрейка, не знаю, Фрейку мы вместо Фрейки поставим нового героя сейчас. Речку. Вот так вот, такая вот у нас сборка будет на нем. Я ничего, в принципе, менять не буду. От стана, чтобы сразу включился. Так. На сету мы на всякий случай поставим ремочку. Так, ну а тут мы поставим на всякий случай, ребят, на всякий случай поставим на добивание вот так вот. А рунами поставим выживание. Вот такая вот у нас сборка героев. Нету ничего такого замысловатого. То есть автопрокеры, отхилеры, новый герой, конечно же. Мне интересно посмотреть Лазуликса с новым героем. Как они там будут другие герои воевать. Ну, в общем, сейчас это все посмотрим. Поехали. Редька у нас готовая. Так, где моя там гильдия? Отлично, переставляю, перестановку сделал. Так, смотрим, что у нас сегодня в топе. 535. Я надеюсь, у них герои есть. 400. 546, отлично. 518. Так, ну-ка смотрим, что тут у нас. 515, значит, бьем отсюда одного однозначно. Так, отлично, все есть. Дырки. Вот дырки вижу, есть. Так, там дырка далеко, тут дырка ближе. Окей, пробуем. Пускаем Анубиса. Сейчас Фрейка должна к нам подбежать. Выпускаем всех остальных. Смотрим. Вы спросите, зачем я так выпустил? Посмотреть на скилл его. Что он будет делать? И как видите, он реально вместе со всеми героями дамажит. Одна дырка в базе и просто все. У меня причем тут герои, как видите, ну у них прорыв не вкачанный. Да, не вкачанный, так же, как и все остальные топы, но меха там прокачек тут нет. Так, отлично, тут Минотавр, Лазуля, Рея. Поехали. Посмотрим такой вариант. Так, ворожея. Вот смотрите, как он дамажит. Все, речку слили. К сожалению, речку слили. Пробуем их резнуть всех. Вообще без варианта. Лазуля резнулся. Ну, такое себе. Как видите, на атаки, но он не автопрокер, и он это самый основной большой минус. Ладно, пробуем так и вот так. И теперь кидаем его, ему надо цель найти. Вот он включился, видите, как он включается. Так, ну все, мы тут уже не выйдем. Вариантов тут у нас особо нет, только сливаться.
Ну, думаю, я надеюсь, что мы не полностью сольемся. Сейчас посмотрим. В общем, вот как-то так работает он. Ну, я думаю, против пачки какой-то это будет очень-очень даже интересно. А чем интересно? Интересно сливом. Интересно тем, что... Так, что там у нас фрая разрядилась? Наконец-то. Интересно в PvP локациях. Больше я применения, честно говоря, ну, особо не вижу. Ну, все, затащили. Потому что, как видите, на битве гильдии он дохнет все равно быстро. Ему надо защиту от стана. Возможно, надо будет потестировать на нем священный огонь, как вариант, и ремку рунами. Ну, тогда надо ему думать над дефом от стана, потому что вариантов других я просто не вижу. Он станется очень прекрасно. Это я вам уже показывал. Так, окей. Ну, а если так вплотную подходить, как вот первый был у нас, то, в принципе, он смотрится очень даже неплохо. Мне понравилось. Каждый герой атакует своим дамагом. Это что-то новое. Так, ну тут как обычно. Ладно, посмотрим что-то другое. Тут. Ой, красавчик просто. Он даже так расставил героев, как мне надо. А, окей, стартуем. Выпускаю сразу же всех. Лазули его. Так, речку нашу слили. Значит, выходим. Пробуем еще за ходик. Как видите, сливается он тоже довольно-таки быстро. Вот уже слился. Не успел я выбросить всех, он уже слился. То есть сейчас попробуем по-другому. Сейчас попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. А его с другой стороны. Вот, да, видите, через всю карту действует его скилл. Вот такой вариант, мне кажется, будет поинтереснее, получше. Так, я выйду. То есть можно выпускать его в другой стороне от героев. И это, в принципе, будет нормально. Он будет все равно включаться. Сейчас выпустим его где-то в другой стороне. Вот раз, и скилл сработал. И причем скилл сработал довольно-таки нехило. А если будут бафы, если будут усиления, если он выживет на атаке фортов, и они ультанут все вместе, там по-любому никто не выживет. Хотя они и так сейчас герои не выживают, потому что 20-е прорывы делают чудеса. Так, ну давайте тут попробуем. Вот так вот на Фрейе сразу же. Интересно, интересно. Так, ну что ты выживешь? Не, видите, слился опять. Без вариантов. Седна уже его, к сожалению, не резнет. Ну, то есть такое, специфический герой, вот я же говорю, он больше для PvP-локаций, таких как Забытая, там где герои кучно стоят, все стоят рядом, с такого плана герой. Так, суки, резаем его и Седну, идем на следующего смотреть топа. Конечно, поинтереснее будет на английском сервере, там более прокачаны все там. Интереснее воевать. Но я думаю, мы там ничего нового для себя уже не увидим. Так, ну что, пробуем тут. Окник, Лазуликс, Ворожей. И сейчас его где-то выкинем. А он, видите, просто не добежал. И сейчас будет шанс слива. Сейчас мы сольемся даже, скорее всего. Потому что я немножко неправильно героев закинул. Ой-ой-ой, ничего себе. Смотрите, как смотритель меня спас практически. Реально вытащил. Я думал, что мы уже сольемся. Смотритель просто затащил. Я думаю, и Фрея там у нас не проблема уже. 93%. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот герой.
Я даже не знаю, что вам про него сказать. Да, он интересный, но немножко не то. Надо будет его еще потестировать, попробовать на волнах, но ему надо тогда ВАДушка, чтобы он включался. Тогда будет интерес какой-то. Ну, надо после битвы гильдии это будет уже затестить. Я даже знаю, где и как. В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя, где вы хотите увидеть тесты на него. Герой интересный, ну, для определенных локаций. Все, всем удачи, всем пока.